Привет, Рити. Это у нас раконожка. Она очень красивая, такая вот оранжевая. Каждой сороконожки по несколько лап. Ну, много-много лапок. Две лапки превратились в большие челюсти. У них здесь есть такие вот большие ноги. Вот они. Вы видите, зрители? Внизу там такой-то цвет, вот такой вот. И видите, там челюсти такие вот красивые. Да, она вся оранжевая, кроме своих глаз. Глазки, они очень маленькие, на камере их чуточки не видно. У них черные глаза. Она так не быстро бегает.